берешь, короче, кусок сухого мяса. Угу. Засовываешь его в бабоську. Угу. Бабоська обыкновенная. Матерчатая. Ну, это меня смущает, я стесняюсь. Вот, это самое. Связываешь клески или к веревке и как удочку делаешь. Закидываешь в речку, и то место, куда закинул, подсвечиваешь фонарем. Это, кстати, обязательно подсвечивать фонарем. И туда наползают раки. Каждые 5 минут ее достаешь, и там они висят. Аккуратно их снимаешь. Можно по-другому поступать. Можно вот про резиновые перчатки, знаешь, что такое. На работе они есть. Раздеваешься по пояс. В этих простелях заходишь в воду. Начинаешь вдоль берега, вот так вот вдоль берега, искать ямочки. А ты их сразу почувствуешь рукой, эти ямочки. Вот туда палец засовываешь, тебя он цап. Почему именно про резиновые перчатки нужны? И вытаскиваешь его об землю, и я так ловил.